Да харя уже, эх, Кать! Понял. Теперь мы застряли здесь навечно. Нас никто не спасет. Да не хныкай ты, Моркин. Я не хныкаю. А чё ты хныкаешь? Я не хныкаю. Ты хныкаешь? Я не хныкаю. Ты хныкаешь? Я перехныкнул. Ха-ха-ха, блядь. Ой, ебать. Короче, подожди. Я покричу, когда за нами придут. Okay. Кто-нибудь, помогите! Бесполезная Джей. Нас никто не слышит. Вообще-то услышит. Эй, кто-нибудь есть? Кто это? Это я! Слава Мерлоу! Слава Мерлоу! Ура! Слава! Слава, спасибо, что ты заспас! Ну ты вообще красава! Да, спасибо, что поблагодарили. Сейчас не время обнимашек и целоваться. Прямо уже выбираться отсюда. Быстрее! Подождите, я покажу, где выбираться, где выходить. Мы знаем, где выход. Ничего, придется все заново. Все время за вами бегать, а? Сколько можно? Ребят, всем Кадиллак! Залезаем! Так, я... Подожди. Я вообще-то... за рулем, если что. Элджай, заходи. Так, сейчас зайду. Подожди. Открывай дверь. Так. Блин, кажется, я забыл сюда ключи, Морген. А, так, давай. Все, поехали? Поехали. Как же здорово, когда возвращаемся домой. Да. Очень здорово. Благодаря тебе, Слава. Дай добра. И думал, что ты меня все бросил? Больше не станешь моим другом? Да ладно, Морген. Я же твой друг. Да. Это точно. Кстати, как там твои дела были? Чем ты занимался? Ну, вообще-то я придумал трек. Какой трек? Ты Слава Мерлоу? Кто Слава Мерлоу? Я Слава Мерлоу. А, ты Слава Мерлоу? Да. Тогда ладно. Ребят, если честно, мне надо в туалет. Потерпи, Элджи. Сейчас заедем в шестерочку, мать твою. Так, всем сидеть в машине. Я скоро вернусь. Это чья-то машина? Не знаю, чья машина. Подожди, там кто сидит? Подожди, это же... Одну минуту, это же Элджей и, как... и какой-то паренек. Не знаю, кто это. Это Слава Мерлоу? Похлебалу себе постучи. Сейчас с ним разберусь. Слушай, ты, если не выйдешь из машины, я тебе сейчас... Ай! 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 Не надо! Ай! Бойфренд, спасай меня! А! Кто-нибудь помогите! Ай! Ай!
Все, валим, 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 сюда, валим, валим, валим. Все, больше не... И не важно, почему я не использовал пушку. Пакет не стал сразу взять, потому что я вкусняшек украл. В карман спрятал. Ладно, все.